Regarde-moi en face quand je te parle.
получил письмо. В чем дело? Возможно, с Робеспьером мы перестарались. В смысле? Он арестован. Что? Он стал говорить о борьбе с врагами государства, и комитет ополчился на него. Его везут в люксембургскую тюрьму. Казнь назначена уже на утро. Нам надо успеть раньше. Робеспьера на гильотину! Что за... Что за черт? Это были гвардейцы. Эскорт Робеспьера. Черт, если он ушел... Не будем паниковать. Не будем паниковать. Может, удастся понять, что... Элиза! Что случилось? Была засада. На нас напали солдаты парижской коммуны. Пытались вызволить пленников. Робеспьера увели? Не знаю. Я отстал, но видел, что они ушли туда. Спасибо. Тебе бы ко врачу. Если его не освободили, скорее всего, он уже в тюрьме. А если нет, значит, они поблизости. Ведь сейчас половина города ненавидит Робеспьера. Я в тюрьму. А ты постарайся выследить нападавших. Ага. Где Робеспьер? Его увели туда. Бегите! Мы сдержим их до подхода подкреплений. Вы герой Франции, друг мой. Вот ты королева! Держи его! Ugh.
Слава богу, вы целы. Вся коммуна за вас. Спасибо, сержант. Благодарю вас за преданность. Идите внутрь. Скоро прибудут войска конвента. Конечно. Полностью вверяю себя вам. Будет известно, что парижская коммуна, встав на сторону преступного Робеспьера, тем открыто начала мятеж против народа. Отрядом в подчинении конвента приказано немедленно арестовать и его сторонников. Гражданам временно рекомендуется не выходить из своих домов. Также да будет известно, что граждане Робеспьер, Анрио и их союзники объявлены вне закона. Любого, кто окажет им помощь, так же, как и их самих, будет ждать гильотина. Да здравствует революция! Сторону преступного Робеспьера, тем открыто начала мятеж против народа. Отрядом в подчинении конвента приказано немедленно арестовать изменника Робеспьера и его сторонников. Гражданам временно рекомендуется не выходить из своих домов. Также да будет известно, что граждане Робеспьер, Анрио и их союзники объявлены вне закона. Парижская коммуна, встав на сторону преступного Робеспьера, тем открыто начала мятеж против народа. Отрядом в подчинении конвента приказано немедленно арестовать изменника Робеспьера и его сторонников. Гражданам временно рекомендуется не выходить из своих домов. Также да будет известно,
что граждане Робеспьер, Анрио и их союзники объявлены вне закона. Любого, кто окажется в помощи, теперь ты нужен революцию. Парижская коммуна, встав на сторону преступного Робеспьера, тем открыто начала мятеж против народа. Отрядом в подчинении конвента приказано немедленно арестовать изменника Робеспьера и его сторонников. Гражданам временно рекомендуется не выходить из своих домов. Чего стесняешься? Также будет известно, иди, я что граждане Робеспьер, Анрио и союзники объявлены вне закона. Любого, кто окажет им помощь, так же, как и их самих, будет ждать гильотина. Да здравствует революция! Иди сюда! Я тебя... Сволочь умею! Парижская коммуна, встав на сторону преступного Робеспьера, тем открыто начала мятеж против народа. Отрядом в подчинении конвента приказано немедленно арестовать изменника Робеспьера и его сторонников. Гражданам временно рекомендуется не выходить из своих домов. Также да будет известно, что граждане Робеспьер, Анрио и их союзники объявлены вне закона. Любого, кто окажет им помощь, так же, как и их самих, будет ждать гильотина. Да здравствует революция!
Меня не
черту! Сколько можно ждать Жермена? Черт! Жермена вас предупреждал. Вы один из них, да? Ассасин? Уже нет. Где Жермен? Элиза? Времени мало. Где Жермен? Я ни за что не скажу. Пишите. В храме. Ну, конечно. Наслаждайтесь правосудием революции. Взять! Yeah.